День рождения 24 октября. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденный 24 октября. Значение дня рождения. В данный период на свет появляются любимчики судьбы, которым уже от рождения дается абсолютное счастье, везение, успех. Они наделены уникальными способностями, притягательны для окружающих и непременно занимают видное положение в обществе. Если вам посчастливилось появиться на свет 24 октября, знак зодиака у вас Скорпион, наделяющий вас огромной внутренней энергией, сильным духом и отменным физическим здоровьем. Вы те неординарные личности, которым все будет доставаться просто и легко. Такие особы всегда будут стремиться выставить себя в наиболее выгодном свете. Они склонны к пафосным речам, демонстративным поступкам, любят играть на публику. С огромным интересом относятся к происходящему в мире те, кто рожден был 24 октября. Знак зодиака призывает их проводить глубокий анализ действительности, делать свои умозаключения и обязательно выносить их на суд общественности, причем в самой экстравагантной форме. Но стоит отдать им должное, они никогда не будут говорить о том, чего не знают наверняка или в чем разбираются недостаточно хорошо. Им чуждо пустословие и плутовство. Нередко секрет их популярности кроется в харизме и объяснимой внутренней привлекательности, которыми так щедро одарил знак зодиака людей, рожденных 24 октября. Они всегда интересны обществу, значимы и популярны в своем окружении и даже за его пределами. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 24 октября. Влияние знака Скорпион, несомненно, перфекционизм является доминирующим качеством у скорпионов, которые родились 24 октября, они стремятся только к самому лучшему, что может предложить жизнь. Занимают только самые высокие посты и не признают халатности ни в чем. Такие персоны привыкли окружать неотрывным вниманием своих родных и близких. Конечно, они будут их всецело контролировать, но вместе с тем подарят им истинную любовь и трепетную заботу. Как спутники жизни, рожденные 24 октября, подходят далеко не всем. Мало кто сможет совладать с характером такой силы, понять, что самореализация всегда будет для них на первом месте. Хотя, влюбившись страстно и беззаветно, они найдут, кому делегировать свои должностные обязанности. Им нужно научиться признавать, что все равнозначны в своих правах, и они не являются истинной последней инстанцией, отбросив свои диктаторские замашки, они поймут, что такое истинное счастье. 24 октября родилась актриса Оксана Сташенко, 24 октября 1966 года появилась на свет востребованная и успешная современная театральная и киноактриса, ТВ-ведущая Оксана Сташенко. В 1986 году стала выпускницей Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Сабинова, после чего 3 года проработала в молодежном театре Липецко-Каменск-Уральском театре драмы. В начале 90-х годов Хаховека впервые попробовала себя в кинематографе, снявшись в картине «Москва золотоглавая». Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?